Друзья, не хотел сегодня об этом говорить, но к вечеру передумал. Сегодня на проспекте Космонавтов в городе Екатеринбурге я встретил одного из представителей ГУФСИН, и судя по наличию каракуля на его обмундировании, не последнее лицо. Он подошел ко мне, поздоровался и спросил меня: ты представляешь, Алексей, что будет с тобой, если ты сядешь? Да, я представляю. Ему я ответил буквально в нескольких словах, что те, кто приняли бой, уже никуда не свернут. И бесполезно пугать адом того, кто в аду живет. В данной ситуации меня поражает одно. Насколько люди зажрались властью. Насколько они, не чувствуя никакой ответственности, используют свои полномочия и закон для того, чтобы заткнуть тех, кто пытается что-то сделать для своего государства. Тех, кто пытается рассказать правду о том, то, что происходит. Тех, кто, проявляя свою гражданскую активность, пытается пресечь вымогательство, пытки, убийства. Таковы пороки нынешнего времени, и поэтому я принял решение вот об этом рассказать.